Конкурс «Наша красивая мама» стал уже традиционным в нашем городе. В этом году пройдет уже 5-й по счету. Прежде всего, в нем принимают участие многодетные мамочки. Длится состязание несколько месяцев. Все это время с девушками занимаются психологи, хореографы и стилисты. Считаю, что конкурс полезен для многодетных мам, потому что в своих обычных буднях они загружены с семейными проблемами. Отвлечься, пообщаться, найти очень много полезной информации даже в отношении своей семьи. Творческий вечер «Ода женщине» – это старт сбора заявок на участие в конкурсе для мам. Сюда пришли именно те волгоградки, которые хотели бы попробовать свои силы в состязании. Стоит отметить, что это не конкурс красоты. Организаторы не предъявляют требований к физическим данным. Говорят, главное – желание и веселый, дружный настрой всех членов семьи. Конкурс уникальный, он не имеет аналогов во всем мире, это точно. Собирает он многодетных мам для того, чтобы многодетная мама могла раскрыть свои таланты. А еще этот конкурс, цель этого конкурса – вернуть моду на многодетность, на крепкую многодетную семью. Поддержать претенденток пришли и победительницы прошлых лет. Они отметили, что не только приняли участие в интересном событии, но и нашли хороших друзей, а также смогли открыть в себе ранее неизвестные таланты. «Наша красивая мама» пройдет в несколько этапов. Сначала сбор заявок, после отбор, полуфинал и финал. Как стать участником, можно узнать в официальной группе событий в соцсетях. Сабина Саблина, Константин Броневицкий, телеканал «Волгоград-1».